Всем привет, меня зовут Хэлла, и я рада приветствовать вас на своем канале. И так как у меня сегодня день рождения, это дает мне возможность показать, что же дарят девушке-аквариумисту на празднике. И одной из первых меня поздравила моя всежирущая собака. Она еще маленькая и не понимает, что можно грызть, а что нельзя, поэтому уничтожила напрочь мой сачок. Но это ничего страшного, это мы исправим, это мы починим. А следующий подарок от моей подруги. Она знает, что у меня есть проблемы с поднятием малька, и одна из причин, которых я думаю, это маленький объем нерестовика, в котором я потом пытаюсь их вырастить. Поэтому она подарила мне вот такой замечательный 16-литровый аквариум, для того, чтобы я могла после нереста отсаживать сюда мальков. И, конечно же, не обошлось без подарка в виде рыбок. Это Данио Глофиш, очень мило. Конечно же, цветочки, красота какая. И, естественно, не обошлось без денежек, которые я собираюсь потратить на птичьем рынке. Я надеюсь, это видео вам понравилось, поэтому жмякайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие. И до новых встреч. Пока-пока!